Сотрудники регионального департамента лесного комплекса вышли в рейд по несанкционированным свалкам. Сейчас в области таких 173. Одна из них на территории Вензелинского участкового лесничества. Здесь еще с прошлого года лежат горы строительного мусора. Виновные устанавливаются. Еще одна площадка неподалеку, относительно новая. Рядом располагаются дачи. Выявить правонарушение помог народный инспектор. Среди мусора специалисты обнаружили документы. По этим документам, мы надеемся, будет достаточно их, чтобы установить виновное лицо. С лиц, которые зафиксированы в этих документах, будут взяты объяснения, каким образом документы попали сюда. Возможно, с кем-то они заключали договор на вывозку бытового мусора. Это все будет установлено в рамках административного расследования. Подобные рейды проводят ежедневно. С помощью технических средств фиксируют несанкционированные свалки и принимают меры по установлению виновных. Им грозит штраф. Для физических лиц от 2 до 3,5 тысяч рублей, для должностных от 10 до 20, для юридических от 100 до 300 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.